поговорить с вами о красавице смуглянке, которая каждую весну нас радует, но в то же время и заставляет померзнуть. Что это? Угадали? Это черемуха. Это черемуха. Откуда у нее такое странное название черемуха? Оказывается, в славянском было такое слово «черма», что означает «смуглая», «смуглянка». Что же в черемухе смуглого? Ее кора и ветки на фоне белых цветов очень темные. С черемухой связывают наши майские холода. Есть такая народная примета – цвет черемухи холода приносит, а ботаны утверждают. А ботаники утверждают, что эта черемуха ждет, когда наконец станет холодно, чтобы расцвести, потому что ей для цветения нужны холодные дни и ночи, ну, чтобы цветы держались дольше, чтобы вредные насекомые были менее активными. Так что не виновата она в наших холодах. Ветки черемухи очень упругие, поэтому из них легко делать лук. Как же будет черемуха по-английски? Bird cherry. Bird – это птица. Cherry – это вишня. И получается bird cherry – это птичья вишня. Вот такая маленькая птичья вишня. Bird cherry. Hello! Черемуха, как дерево, будет bird cherry tree. Bird cherry tree. Чтобы было легче запомнить, можно нарисовать дерево стройками. Ведь tree – это дерево. Bye.